Итак, уважаемые участники международного форума по автотуризму и караванингу, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы узнаем много интересного о том, как мы вместе с вами будем развивать автомобильный туризм в России. Так что прошу всех допить кофе, чай и пройти в зал, чтобы мы все вместе продолжили, никого не ждали. Так что видите своего коллегу, тоже зовите его в зал. Время кофе и перекуров прошло.
Итак, друзья, прошу всех участников пройти в наш зал для продолжения нашей программы. Ну, в любом случае, мы начнем буквально через несколько минут. Итак, друзья, давайте-ка начнем, а точнее продолжим нашу программу. Мероприятие, которое мы сейчас стартуем, называется «Круглый стол. Автотуризм и дарование международного опыта». Ну, естественно, мы уже говорили о том, что в других странах караванинг разный вообще максимально. В одном только FICC членских карт еще в 96 году было 800 тысяч членов, да, это фантастика просто. А во всей Европе, согласно, опять же, представленным данным, 5,5 миллионов автокемперов, ну, это громадные числа, громадные цифры, точнее. Это очень здорово, и, конечно, я думаю, что многие из вас в те годы, когда не было этой эпидемии, да, путешествовали по Европе и видели вот эти вот неказистые фургончики с широким кузовом, нависающим над дорогой, с таким альбом, который расположен над кабиной, и с счастливыми людьми внутри, которые наслаждались жизнью и никуда не торопились, позволяли себе остановиться в самых лучших местах планеты, да, и наслаждаться видами. Вот как-то я был в Норвегии и во всем это самом дорогом отеле во фьорде. И у меня вид с балкона, самый дорогой номер, но передо мной внизу стоянка кемперов, каждый из которых заплатил там какие-то копеечки. Меня, конечно, это немножечко раздражало в тот момент, потому что я заплатил там 200 с лишним евро за номер, а какие-то вот ребята на кемперах. Ну, вот, ребят, такой лайфхак, да? Лайфхак, позволяющий путешествовать с комфортом, поэтому умные люди должны платить меньше. Ну что, давайте-ка послушаем опыт развития караванинга и кемпинг в Финляндии о формате Best Park и возможности его развития в северо-западном федеральном округе России расскажет Тима Тайлорин, коммерческий директор сети кемпингов Best Park и вице-президент финского клуба «Каравана». Приветствую. Добрый день, уважаемые участники конференции. Привет вам из Финляндии. С вами говорит Тимо Тарвайн.
currently in Finland, and I'm also working for the Best Bar company which offers the caravan park services here in Finland. Меня зовут Тимур Тарвайкин, я вице-президент Федерации кемпинга и караванинга в Финляндии. И также я работаю на компании Westpark, которая занимается предоставлением площадок для караванинга и кемпинга на территории Финляндии. Так все хорошо начиналось, но, похоже, наш финский коллега тоже только что от нас отсоединился. Мы, конечно же, подождем у него дальнейшего соединения. Каравана 57 тысяч авто-каравана, или на колесах. И
половина из них примерно являются членами Федерации, Финской Федерации СССР. Где-то 90% отдыхающих путешествуют по Финляндии, и многие из них, около 40%, также ездят за границу. Но в основном в Эстонию, Швецию и в Норвегию. Нет проблем с тем, чтобы начать путешествовать в Россию, но многие финские хорваты рабочие боятся использовать российские кемпинги. Но что примечательно, что в Финляндии находится около 7% всего этого туристического кемпингового рынка и около 500 кемпингов. 120 из них открыты ежедневно и круглый год. 42% только летом можно посетить. Но средний возраст участников, как упомянул Тима, около 60 лет. We do offer services of booking sites too. We inspect your second year here in Finland. What are the expectations of campers and caravaners when they are spending time at holidays camping sites at caravan parks? 2 years ago, 18, we did repeat investigation. We interviewed about 5,000 caravaners here in Finland and asked what they really like, what's the main point. And all the time, it said quality, quality, and quality of the camping. The clients, they are accepting all the time more and more activities, more and more new places, modern places to stay. And yes, we do have lunch. Because 2014, when I was organizing the first FICC rally here in Pori, I was the flight manager, we started this project called Caravan Smile. And nowadays, our clubs do have 54 campings that is run by the clubs associations. And about half of them, about 30 of them, have this Caravan Smile. It's an isn't quality system. So we do do this the audition that they are amended, which they are safety, and the management is always using the rules so people can accept something when you come to the Caravan Smile place. And you will find these Caravan Smile places in club campings to the fire. Because we are one of those places for the foreign grand campers, and our friend organizations can have the same discounts in club campings. So feel free, go to the club campings to the fire and find what we have done, find the qualities of the camping. Два года назад, в 2018 году, мы провели опрос, опросили около 5000 караванщиков, членов нашей федерации, и большинство из них высказались в пользу того, что нужно повышать качество хорошего кемпинга, да, именно мест для кемпинга. И в 2014 году стартовал в Финляндии проект, после того, как Тимо, собственно, ручно организовал 81-й ралли FICC в Пори, в городе Пори, Финляндии. И этот проект называется до сих пор «Караван Смайли». Этот проект подразумевает то, что каждый участник может свой отзыв оставить на сайте clubcampings.fi и оценить все кемпинги ассоциации Финской